does. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mr. ES, that's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mr. ES, that's the part you always show, 'cause you're too curious. Maybe you should take. Мой дорогой Хьюго, с тех пор, как ты уехал, у нас все было хорошо. На нашем острове царил мир и порядок, как и сотни лет назад. Но случилось страшное несчастье. Злая ведьма Сильвия во главе армии монстров взяла в плен наш народ. Сильвия стала maîtresse de tout le village.
Они заставили нас день и ночь работать на фабрике, добывающей бриллианты. Ты ведь знаешь, как их много на нашем волшебном острове. Бриллианты, добытые нашим тяжелым трудом. Сильвия превращает в колдовское зелье, чтобы с его помощью захватить весь мир. Сейчас я пишу тебе из тюрьмы. Мой друг доставит тебе письмо. Нам нужна твоя помощь. Какой ужас! Нужно немедленно их спасать! Я отправлюсь туда на своем самолете. Узи француз окажется. Ну ты француз. Управление получше, по-моему. За убитых монстров ништяки дают. Так и было раньше же не сердечки, а полоска просто была жизнь. Там дальше вообще по пол хп будут забирать, по пол полоски. Thank you.
еще раньше надо было 100 кристаллов, чтобы жизнь дали, а сейчас надо 74 всего лишь. До того, как хлыст ударит. Yeah.
Та часть, получается, была вообще на харде. Ёпта. Чекпоинтов-то нету. Или есть? Разве я не прекрасна? Да, скоро у меня будет достаточно колдовского зелья. И тогда я докажу это всему миру. Вы только посмотрите, какая грудь, какие ноги. А я здесь с какими-то вонючими зелеными крокодилами. А? Да. Вот и молодец. Хорошо бы, чтобы это все работало побыстрее. Мадам, но мы и так работаем из последних сил. Если только вы не заставите работать наших пленников день и ночь.
Ну что ж, если это ускорит выполнение наших дьявольских планов, то пусть так и будет. Озвучка 10 из 10. О нет, куда же пропал наш Хьюго? Жалко, у меня в детстве этой игры не было. Я бы ее точно прошел. Thank you.
Shit.